Дымовые шашки, перечный газ и обрушившиеся двери. Настоящее побоище превратилась сегодня акция протеста возле Тернопольского горсовета. Местные активисты из национального корпуса «Автомайдана» и «Свободовцы» выступают против переоборудования городских котельных в Торфяные. Сначала провели митинг, а затем прямо перед входом в мэрию подожгли бочку с торфом. Таким образом, они хотели показать, каким последствиям приведет перевод городских котельных с газа на торф. Затем заблокировали вход в горсовет. Совет не пропускает туда депутатов. Протестующие пытались ворваться в сессионный зал. Возникла потасовка. Заседание все же состоялось, а в полиции Тернополя заявляют, установили лиц, которые провоцировали беспорядки.